В регионе уже активно идет приемка готовых после капремонта жилых домов. Теплая зима позволила начать работы в двухэтажке на улице Суздальской еще в январе. Сегодня комиссия приняла дом без нареканий. На этом доме выполнены работы по усилению стропильных конструкций путем добавления дополнительных стропил. Полная смена обрешетки, покрытие кровли, устройство теплоизоляции и сухой стяжки. В этом году по плану в области должны отремонтировать 500 домов. В профильном департаменте уверены в 100% выполнении программы. Обновить должны как кровли, так и инженерные коммуникации, а еще системы отопления. На данный момент работы ведутся сразу на 77 объектах. В текущем году впервые мы добились такого результата, что уже в феврале и вот сейчас в марте у нас порядка 14 объектов уже сданы, 20 находят в высокой степени готовности. Это уже по текущему году, то есть ремонты начались буквально в начале января.